Всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. У нас очередные две посылочки с сайта AliExpress фирмы Кафле. Заказывал их уже очень давно и очень мне нравится их бренд. Так, сейчас мы их быстренько вскроем, покажем, что же тут у нас здесь пришло. Открываем первую посылочку. Первой посылочки у нас здесь что-то в коробочке. Сейчас мы посмотрим. For you, just this. For you. Фирменная кафе. Фирменная упаковочка. Откроем, посмотрим. Ага, все, я все вспомнил, что я заказывал. Попал. Заказываю вот такую вот штучку. Это на что такое? Так, это у нас какой-то. А, все. Так, то есть это клеится на чехол, так вот вешается, в смысле, вот это вот, это как бы вешалка для телефона, какая-то. То есть берется вот эта такая вот вешалочка, приклеится к стенке. Здесь вот тоже есть 3D, ой, 3D, ну вот двухсторонний скотч приклеивается. На чехольчик, например, вот так вот приклеивается, потому что он как-то крутится, приклеивается, и вот так вот это все дело можно подвешивать, и будет висеть данный телефон как бы так на стене. Вот такая вот штукенция, и что она там на AliExpress по скидке, она крутится все нормально. Так, и шла она там по скидке, и так крутится, и так крутится. Ну, думаю, закажу. Посмотрим, все заказывают, я закажу. Такая вот штукенция с AliExpress. Так, дальше. Следующая наша посылочка. Так, ну здесь коробочка, у нас здесь такой вот USB. Микро-USB должен быть. Нет, это Type-C. Type-C провода. Вот такого. Проверить я его не смогу. У меня нету чем его проверять. О, уже в этой фирме я же уже заказываю не раз. Так, длина где-то метр. Может, 1,20 м. Такой вот у нас тут провод. Или USB шнур, сайт AliExpress фирмы Кафле. Данные USB шнуры очень качественные, заказываю уже их не первый раз, пользуются друзья, все пользуются, всем нравится. Так, здесь вот тут написано фирма Кафле, USB Type-C, то есть. Вот такие вот у нас две посылочки. Думаю, данное видео будет состоять из нескольких, так что не переключайтесь. Дальше будет продолжение. Потому что приходили посылочки. По одной штучке я их держать не мог долго. Я их сразу вскрывал. Потому что они шли под заказ. Я их должен был отдать. Так что вот такие вот. Кстати, где-то дело можно приклеить и на ключики, кстати. Вот. И где-то на стенку вот так вот шур. И будет висеть. Я думаю, где-то куда-то пригодится. Куда-то его приделаем. Ну что ж, не переключаемся. Я с вами не прощаюсь. Будет продолжение видео. Ссылочки на данный товар будет в описании. Заходим, заказываем, спрашиваем. Я отвечу на все вопросики, которые вас будут интересовать. Всем ставить лайки, жмякать колокольчик. Всем до встречи. Так, и всех приветствую на нашем канале. У нас тут супер посылочка, под которой пищат все девчонки.
Сейчас мы здесь откроем и посмотрим. Нет, мы открыть не сможем. Нужна помощь. И тут у нас супер мега бупер бупер сайчик. Вот глазками на ощупь очень солидненький, прикольненький, такими золотыми, золотистыми ушками. Карабинчик такой, слышишь? Карабинчик такой, что захочет, то не утянет. Я продолжу заказывать. Такие вот у нас супер кролик, очень супер мега. Прикольный. Так вот, вешается на рюкзачок. Белыми лапками, золотыми ушками. Цена. Цена. Где-то так, 96 гривен. Все, на этом заканчиваем. Подписываемся, ставим лайки. Ждем новых посылок. Да, тут я трошки разорвал посылочку. Сейчас вместе с вами открою еще разорвал. Посмотрим, тут какая-то должна быть посылочка. Вот очень маленькая. А это мелочок. Так, и что у нас тут выпало? Здесь у нас выпала какая-то блестяшечка. Ага, заказывал вот такой вот, как говорится, блончик с цепочкой. Очень такой довольно шманский, дешевенький. Ссылочка была там что-то по скидке, что-то там вообще 50 центов, но, по-моему, стоило. Такая вот у нас. Ай. Так, вот такой вот у нас блончик. Двумя листочками. Что-то где-то порвато, или я что-то не понимаю. Ну, вот такая вот у нас цепочечка. Жирестоимость очень такая маленькая. Это серебро, это бижутерия. Шманский, или я что-то не могу въехать. Я потом посмотрю, конечно. Посмотрю, конечно, это, но что-то я не понимаю. Как оно там должно быть? Что-то оно такое, состоящее из двух частей, нам пришло. Смотрите, вот одна часть, вот вторая часть. Как оно там должно быть? Я, честно говоря, даже не представляю. Такая вот, я же увидела, что там по скидочке. Вообще копеечки стоило. Ну, попробовать обязать. Так что, фото как будет, как оно должно быть. Будет описание. Вот такой вот миленький листочек. Такая вот бижутерия. Очень дешманская, это дешевле. Заказывал под золото, конечно, пришло что-то под серебро. Ничего. Главное, что пришло. Ну, на этом будем закругляться. Не забываем подписаться, поставить лайки. Нажать на колокольчик. У нас будет очень много интересного. Видео еще впереди. Будем заказывать, смотреть, показывать. Всем пока, до новых встреч. Подписываемся.